В ефірі програма «Ваш консультант». Сьогодні будемо говорити про психоемоційну корекцію з лікарем-кінезіотерапевтом Олександром Бобровським. Я вас вітаю в нашій студії вже вдруге, а сьогодні ми поговоримо про психоемоційну корекцію. Що це таке, це поняття означає? Добрий день, уважаемые телезрители. Рад снова встречи с вами. И сегодня по обоюдному такому как бы предложению мы решили, в общем-то, более подробно раскрыть, что такое психоэмоциональная коррекция, в каких ситуациях имеет смысл этим заниматься. И вообще, скажем, немножко подойдем к теме, насколько нашу жизнь пронизывают различные эмоции, насколько они нам, скажем, помогают или не помогают в нашей жизни. Поскольку вообще, что такое небольшое понимание того, что если мы возьмем все энергозатраты нашего организма, то есть всю вот пищу, которую мы получаем, и потом перерабатываем, так вот 80% энергозатрат уходит на высшую нервную деятельность. То есть, грубо говоря, вот то, что у нас происходит в голове, вот различные мысли, которые там возникают, формы наши, вот это 80% энергии, которую мы получаем. Поэтому, естественно, это очень важный момент, как мы думаем, о чем мы думаем, что мы себе в голове представляем, поскольку эти, в общем-то, отсюда формируется наша жизнь, то есть отсюда появляется наша поведенческая реакция. Поэтому эмоции – крайне важный элемент нашей жизни, и к ним надо относиться, ну, с пониманием того, что мы делаем. То есть это не значит, что мы должны быть без эмоций, так не бывает. Мы все живые люди, у нас у всех возникают естественные эмоции. Но стараться понимать, почему мы так или иначе среагировали в той или другой ситуации, и стараться избегать каких-то негативных восприятий на свою жизнь, было бы крайне желательно. Поэтому сегодня мы постараюсь кратко объяснить некоторые моменты. Я думаю, они будут всем интересны, поскольку, еще раз говорю, все, что я делаю, это все очень просто. Ну, в том плане, что мы это все знаем, грубо говоря, мы все знаем, что после еды надо помыть руки. Но почему-то мы этого не делаем. Ну, тем не менее, мы об этом все догадываемся. Вот. Поэтому вот примерно есть такие очень простые способы, как по-другому немножко посмотреть на свою жизнь, на свои эмоции, на свое поведение и тем самым улучшить свое состояние, свое понимание своего жизненного пространства. На что мы можем повлиять, а где мы, будем говорить так, бессильны. Поэтому мы сегодня поговорим о двух вещах, поскольку они, я считаю, крайне важны в понимании того, как вообще происходит эмоциональные наши всплески, как они формируются в нашем сознании. Ну, давайте поговорим, начнем как бы сначала, поскольку все наши эмоции, которые у нас посещают, они все родом из детства. Если вы посмотрите на любого ребенка, он как, так или иначе идет за мамой. В принципе, как в живой природе, любой маленькое существо повторяет, копирует поведение своей матери, ну, взрослых, грубо говоря. Это единственный способ познания мира. Он как бы через свою маму познает окружающий мир. И все поступки, которые совершает его мама, будь они позитивные или будь они негативные, он их копирует. И потом совершенно бессознательно переносит эти поступки во взрослую жизнь. Даже не задумываясь о том, хорошо это, плохо. Просто это вот как бы матрица, которую он получил в детстве, он ее повторяет и во взрослом состоянии. Причем, еще раз повторю, как правило, дети не владеют информацией, что хорошо и что плохо. Они просто повторяют саму как бы формулу, которую они видят перед своими глазами. Копируют ее полностью, и там, вы знаете, иногда там, ну, самый простой пример. Ребенок приходит и начинает там говорить нецензурными словами. Вы как бы иногда смеетесь, иногда ругаетесь. Но ребенок это говорит не потому, что он понимает смысл слов, просто потому, что взрослые сказали. Он воспринял это как норму поведения и просто ее приносит, так сказать, пытаясь копировать взрослых. Он абсолютно не придает значения смыслу этих слов. Вот точно так же мы ведем себя во взрослой жизни именно за счет того, что мы когда-то в детстве скопировали какие-то нюансы поведения взрослых людей, которые для нас были значимы. Вот как бы, ну это чтобы просто было общее такое понятие, как это происходит. Теперь более конкретно разберем о двух вещах. О позитивной и негативной информации. Как она попадает в наш организм и как мы с ней потом, ну скажем так, живем всю жизнь.
Первый момент. Ну, давайте себе представим наше детство, вспомним. У нас во дворе, как правило, всегда были детки с повышенным питанием. Ну, скажем так, немножко полненькие. Вот. И, скажем так, мы этих деток обзывали. Обзывали мы, ну, давайте так. Слово такое нехорошее, но тем не менее, жир трес, да? Вот. И дальше нам было всем очень весело. Естественно, ребенок, который получает эту информацию, он, в принципе, был информирован о том, что он, скажем так, повышенного питания, что он не худенький. Он это знал. Но ему это сообщали, так сказать, окружающие. Эта информация была для него известна, но форма подачи была крайне негативной. И вот он боролся не с самой информацией, он боролся именно с этой формой негативной. Как он мог с ней бороться? Ну, тут вариантов немного. Самый простой, он пытался каким-то образом защитить себя от этого негатива. То есть он начинал драться, там, он начинал убегать, он начинал каким-то образом себя защищать в меру того понимания, как с этим бороться. Затем он шел к своим родителям и тоже начинал предъявлять им претензии по поводу того, что, наверное, они что-то его неправильно кормили, наверное, они не так его родили и еще что-то из этой области. Но, в общем, вот эта психологическая травма оставалась человеком всю жизнь. И дальше, как правило, это превращалось в то, что на каком-то этапе человек начинал любые свои проблемы заедать едой. То есть мы это видим не раз, когда люди начинают в больших количествах поглощать пищу именно в момент стресса. Это происходит совершенно неосознанно. Вот это вот, как говорится, ах, раз так, так вот я вот таким буду, чтобы вы знали. Это чисто психологический момент, который человек, ну, это его несовершенство, его психологии, вот так он пытается бороться с этой информацией. Так поступает 95% людей. Но есть 3-5%, которые воспринимают эту информацию несколько по-другому. Но это как бы высший пилотаж, конечно, но такие люди есть. Они говорят себе так: я действительно толстый. И человек, который мне это сказал, наверное, хочет, чтобы я был худой. Он, наверное, меня информирует. Он будет говорить мне толстый до тех пор, пока я не похудею. И человек начинает прикладывать огромные усилия того, чтобы стать худым. Он идет, занимается спортом, он начинает садиться на диете. И через какое-то время мы видим результат подтянутого, хорошо выглядящего человека. И уже никто никогда не скажет, что он жиртрес. Он победил эту ситуацию, он стал другим, он стал сильнее и как бы доказал и себе, и всем окружающим, что он, ну, скажем, достойный член общества, да, что он может решать очень серьезные проблемы. Совершенно разный подход к одной и той же сказанной тем же словам. Либо мы агрессивно их не воспринимаем, хотя они являются отображением реальной действительности, потому что мы действительно отличаемся какими-то, ну, не совсем усредненными данными, либо человек начинает пытаться эту ситуацию исправить. Повторяю, большинство людей ситуацию не исправляет, а пытается просто саму информацию, ее вот подачу информации, вот этот сам негативный момент, каким-то образом его изменить. То есть либо агрессией, либо уходом в себя, либо какими-то там придуманными, там, что это карма, что это там наследственность и еще что-нибудь из этой истории. Но не пытаются решить саму проблему. Потому что попытка решить проблему – это длительный, тяжелый, каждодневный труд. Вот это самое главное. А мы хотим вот просто, чтобы нам не было больно. Вот когда нас обзывают, мы хотим, чтобы нас не было больно. Хотя объективно, когда у нас как бы, ну, вот возникают любые конфликтные ситуации, нас никогда не, ну, скажем так, не обзывают просто так. Всегда бьют в ту точку, которая видна другому человеку. Всегда бьют по больному месту, которая видна всем. То есть если вы, как говорится, повышенного питания, так сказать, прицепится к этому, если вы, скажем так, не сильно умный человек, укажет на эту вашу особенность. И вы каждый раз будете обижаться на объективную существующую вещь. Вы не будете ее исправлять, вы будете просто обижаться, и тем самым ваша жизнь все время будет превращаться, ну, в такой своеобразный кошмар. А якщо людина мені сказала, а я от не образилась, значить це неправда? Ну, как правило... Якщо я ображаюся, значить це точно є, да? А ну, якщо ні, как, я не образилась. Еще раз повторяю, крайне редко люди просто что-то говорят, не увидев эту проблему у вас. Это бывает невероятно редко, что человек просто вот ему что-то, вот он как бы ненавидит весь мир, он, значит, все, что там у него нам накопилось, он, как говорится, разбрасывает большими горстями во всех окружающих. Как правило, при точных каких-то конфликтах человек всегда выбирает ту точку, которая действительно будет, так сказать, вашей проблемой. Поэтому очень такой
Ну, идеальный момент – это когда вы имеете всего две эмоции. Это первая эмоция – это эмоция любви, а вторая эмоция – благодарности. Благодарность того, что человек вас просто обучает, что у вас это плохо, и давайте мы это изменим. Я вас буду говорить вам гадость с тех пор, пока у вас это будет плохо. Кто будет вас ставить хорошо, гадости не будет. Но это, как говорится, высший пилотаж, который, как бы, ну, большинству, к сожалению, не совсем доступен, но просто чтобы было понимание того, что на самом деле, куча наших проблем как раз лежат вот в этой плоскости понимания того, на что направлены наши эмоции, против кого они направлены. То есть ни в коем случае нельзя направлять эмоции против себя. Не надо себя ни в коем случае, обзывать плохими словами или пытаться свои проблемы искать во внешнем контуре. То есть, что кто-то виноват, сказав про нас плохое слово. Всегда проблема находится исключительно, в нашей компетенции. Мы можем ее решить. Вот это самый тяжелый момент восприятия. Потому что нам все время кажется, что кто-то должен прийти и, погладив нас по голове, сказать: да нет, ты не толстый, ты, в принципе, хороший, замечательный, вот, скушай пирожок, все нормально. Вот. Это тоже хорошая реакция, тоже можно, как говорится, свои какие-то, не совсем позитивные качества сделать негативные, сказать себе: все полные люди добрые, хорошие, ласковые, вот, они, имеют всегда упругую кожу и так далее. Тоже вариант развития событий, но, повторюсь еще раз, в глубине души мы всегда говорим себе правду. То есть, если мы не хотим быть полными, то мы должны приложить достаточно много усилий, в первую очередь психологических усилий, для того, чтобы, как бы, эту ситуацию поменять и стать худыми. Или, скажем так, такими, как мы сами себе понравимся. Но это трудно, это непростой путь, но он единственное, я считаю, правильный. Но, повторюсь еще раз, этим вопросом занимается всего 3-5%. 95% сильно обижается на окружающий мир. Вот, как бы, вот такая вот проблема, которая... Ну, мы все об этом знаем, да, но вот, ну, я думаю, что для многих будет интересно послушать, что есть немножко другой подход в ее решении. Почему он так сложен на самом деле? Это, скажем так, негативная ситуация, которая... просто отношение к негативу, как ее можно сделать позитивной, когда ты просто понимаешь, что человек, который это говорит, он является твоим учителем, он хочет, чтобы ты стал лучше, и он тебе будет говорить о том, что ты, как бы, толстый до тех пор, пока ты не похудеешь. Как только ты похудеешь, он перестанет говорить, что ты толстый. Это понятно, это логично, но никто это почему-то не делает. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, который еще более интересный, это позитивная информация, которая со временем становится негативной. Давайте сейчас немножко поговорим об образах. Как мы вообще воспринимаем, как мы мыслим? Мы мыслим образами. То есть, представьте себе какую-то знакомую всем картину, да, «Три богатыря». Вы на нее смотрите, вы не видите деталей, вы просто воспринимаете трех мужчин, сидящих на коне, куда-то смотрящие, и картина вызывает какую-то у вас реакцию, да, интереса, красиво нарисовано, либо какие-то былины, богатыри, ну, неважно, в общем, какая-то есть реакция. Теперь представьте себе, что вместо Алеши Поповича у него будет не конь, а, предположим, ослик. Или будет верблюд нарисован. Картина тут же перестанет выдавать вот этот самый образ. Она станет комичной. Она уже не будет представлять того целостного образа. То есть одна маленькая деталь сразу поменяет всю картину целиком. В то же самое время, опять же, очень интересный момент, как мы, допустим, воспринимаем какие-то фильмы. То есть нам достаточно маленькую деталь вытащить наружу, и мы тут же представляем всю ситуацию целиком. Например, если я скажу «картина маслом», то у нас сразу возникнет образ фильма «Ликвидация», ему сразу будет определенная реакция, мы уже начнем понимать, что там происходит, то есть мы уже начнем разговаривать, у нас появляется другое настроение, по одной фразе мы вытянем всю картинку, она у нас появляется. Поэтому вот эти мелкие детали, если они вставлены в образ, они воспринимаются целиком. Когда мы заходим и нам произносит одну фразу, мы тут же выстраиваем определенную картинку и начинаем этот образ, этим образом мыслить.
В детстве, в принципе, вот происходит примерно то же самое. Я просто расскажу свою историю. Ну, во-первых, наверное, думаю, что вы все знаете достаточно много людей, которые курят, скажем так, да? Вот. И я думаю, что все они так или иначе либо хотели бросить курить, либо бросали курить. Причем самыми различными способами и неоднократно. И тем не менее, ситуация с курением продолжается. Да? То есть, как говорится, ВОЗ и ныне там. Несмотря на все обещания, что я потихонечку, я по чуть-чуть, я с помощью этого, вот завтра, вот это вот последнее и так далее, наступает завтра, и все повторяется снова. И причем, кого мы не спросим из курильщиков, в принципе, они все информированы по поводу того, что это негативная привычка, это нехорошо. Почему же, несмотря на то, что ну, все взрослые люди, все прекрасно информированы, о том, что это нехорошо, мы продолжаем, так сказать, травиться, грубо говоря, и ничего нам, так сказать, не помогает. По одной простой причине, потому что курение встроено вот в ту самую картинку позитива, нашего детского позитива, которая у нас осталась с детства. Я расскажу свою ситуацию, чтобы было понятно, как это происходило у меня, потому что, ну, там, схема похожая. У меня, когда мне было 5 лет, у нас был сосед, который обладал, ну, в моем понимании, огромной физической силой. Это был очень крупный мужчина, там, ну вот как богатырь такой былинный, огромный, с бородой, в общем, ну, очень сильный мужчина. И у него как бы изо рта сигарета не вынималась. То есть он постоянно курил, причем, ну, такой... В те времена сигареты были достаточно однотипные, то есть был Беломорканал, была Прима, то есть такие вот достаточно такие резкий запах, то есть издалека было слышно, как, когда он шел. И я как-то задал ему вопрос по поводу курения, зачем он курит. И он мне в шутку ответил, что, сынок, ну как, зачем я курю? Копченое мясо же дольше сохраняется, чем сырое. Поэтому, как бы, естественно, я как бы продлеваю себе жизнь. Все, это у меня, то есть для меня образ сильного человека полностью ассоциируется с сигаретой. Это, и когда я стал старше, уже мог курить, я как бы курил по 2 пачки в день. И тоже, как и многие, пытался бросить, рассказать себе, то есть уже будучи врачом, пытался рассказать, что это плохо, что это нехорошо. До тех пор, пока вдруг я не вспомнил вот ту самую историю про... И я понял, что просто я сигарету воткнул в образ позитивного восприятие мира. Как только я оттуда ее вытащил, я тут же забыл, что такое курение. Оно меня вообще перестало интересовать как, с любых точек зрения. Я совершенно спокойно отношусь к людям, которые курят. Меня раздражает запах дыма. Вот. Я никого никуда не призываю, говорю, но при этом хочу сказать, что бросить оказалось настолько легко и просто, что, честно говоря, я был немножко шокирован, сколько это получилось просто, скажем так. Поэтому... А как вот это выкинуть? Вот, нет, это самому процесс. Сделать, это на самом деле самому это сделать невозможно, потому что, во-первых, человек изначально должен прийти с ощущением того, что он действительно хочет не курить, что для него действительно как бы настал процесс того, что он не хочет курить. А дальше мы с ним разбираемся, какая у него была ситуация, потому что, как правило, мы воспринимаем сигарету в детстве как что-то хорошее. Это может быть просто копирование, как я уже сказал, взрослого человека, которого мы любим или который, образ которого для нас позитивный. То есть раз он это делает, значит что-то в этом есть, это что-то хорошее. Он же не может что-то делать плохое. Либо, допустим, мы увидели там фильм, где красивая, там, я не знаю, мужчина или женщина вот там красиво курят, да, то есть опять какой-то определенный образ, который у нас в детстве наложился именно на как позитив. И вот как в картине это самое, то есть да, появился вот этот вот верблюд, но верблюд позитивный. Если мы сможем этого верблюда туда достать и поставить туда лошадь, то все будет заметить, образ не поменяется, но просто мы поймем, что наша привычка курить не является позитивной. И тогда мы совершенно спокойно от нее отказываемся. Никаких в этом проблем не существует. Но опять повторяю, для этого человек, который, так сказать, принимает решение, он должен четко себе сказать, что я действительно не хочу курить. И тогда это все вопрос решаем. Это все решается крайне быстро, то есть обычно где-то примерно в течение часа-полутора.
Это один сеанс? Абсолютно, да? Спокойно это все решается в один сеанс. Если это все действительно человек четко произносит слова, я не хочу больше курить. Потому что бывают ситуации, когда человек осознанно курит, ну, у него есть уже, как бы в его взрослом состоянии, есть понимание, что сигарета приносит ему, ну, например, расслабление, что он как бы вот таким образом расслабляется, что он уходит в какой-то проблеме, это ему реально помогает. Тогда там, конечно, ситуация более сложная, там требуется больше. Но вот в самом простом варианте, когда человек, да я просто не хочу курить, но не могу, вот что-то меня все время держит, что-то каждый раз меня куда-то вот это самое там. Потому что, как правило, там очень много есть так называемых ритуальных действий, потому что когда мы закуриваем, там вот там это компания, это кофе, это определенное время, там после еды, допустим, там это самое, это глядя там в окно и так далее. Комфорт. Да, мы создаем какую-то вот зону комфорта, где сигареты являются частью этого комфорта. Как только мы понимаем, что в принципе все то же самое можно без сигареты, не надо, никаких заменителей, там, не надо что-то жевать, не надо какие-то пластыри наклеить, это ни о чем. А именно просто вот в нашем мозгу возникает новая картинка, где, опять повторюсь, вместо жирафа стоит лошадь, все тут же становится на место и, как говорится, никаких проблем не возникает. Повторюсь еще раз, но для этого надо вернуться в свое детское состояние. А людина сама не может пригадать нет, историю? Нет, он не может, потому что он не знает, какую историю ему рассказать. Как правило, у него несколько таких историй. Очень трудно попасть сразу на ту... Не, бывает, что человек сам попадает на ту историю, сам ее, как говорится, отслеживает и может каким-то образом. Но тут есть целый ряд нюансов, которые, как правило... То есть, ну, я в прошлый раз объяснял, что есть такая методика, как механическая коррекция через психоэмоциональную коррекцию. Вот. Ну, вот она требует того, что вот... Как бы, ну, человек отвечал на определенные вопросы и воспроизвел в голове определенные образы. И тогда я коррегирую его движение его рук, могу сказать, эта тема как бы здесь имеет значение или нет. Потому что, как правило, много таких ситуаций вот человек вспоминает, но выбрать конкретную и с ней конкретно разобраться, которая является как бы пусковым моментом. То есть это требует уже, ну, непосредственно. Но повторюсь еще раз, я хочу, чтобы вы поняли главное. Наши мысли, еще раз повторю, это 80% всей энергетики, которую мы получаем. Как они сформируются, о чем мы будем думать, и как мы после того, что мы о чем-то подумаем, что внутри нас возникло, какая эмоция. В общем-то, это и определяет нашу жизнь, счастливую или несчастливую. То есть, если мы думаем о себе плохо, то, ну, а чего там, тогда о какой любви идет речь? Ну, как-то странно, да? Согласитесь со мной. Если для нас сигарета как бы успокаивает нас, ну, в принципе, это тоже как один из вариантов, но совсем не факт, что мы действительно становимся после этого спокойнее. Вот. Поэтому еще раз говорю, ну, тут есть один сложный момент, что мы должны выйти из зоны комфорта. Вот это самый такой неприятный момент, потому что мы создали для себя зону комфорта, где есть опять вот этот вот набор каких-то вещей. Там, в этой зоне комфорта, есть, условно говоря, малоподвижный образ жизни, жирная еда, там, сидение перед телевизором, употребление алкоголя, табакокурение. Это все зона комфорта. Нам в этом всем комфортно жить. И от этого как бы надо выходить из этой ситуации, искать другую зону комфорта. А для этого необходимы определенные усилия. А на это, опять я говорю, способны далеко не все. Вот это вот основная проблема. То есть мы-то все хотим. Но мы хотим достать лотерейный билет и выиграть 1 миллион долларов. Ничего вот. Не рубить. Да, вот это как бы такой момент. А так мы, в принципе, да, мы согласны и не курить, и не пить, и быть богатыми, и все остальное. Но вот сделать для этого что-то такое, это вот в этом возникают основные сложности. Поэтому, еще раз говорю, я никого не призываю, ну, скажем так, резко что-то там в своей жизни менять. Я просто всех призываю подумать, что очень многие наши проблемы именно эмоционального плана родом из детства. И когда мы, вот, грубо говоря, по-новому работаем с образами, нашими детскими образами, мы потом во взрослую жизнь уже, вот, настоящую, приносим совершенно другую картинку, которая нам позволяет решать огромное количество проблем. То есть они, ну, скажем так, не только вот, ну, там, табакокурение, там, понятно, а там целый ряд проблем с внутренними органами, там, тоже, допустим, там,
я не знаю, сахарный диабет, например, или там проблема, связанная с какими-то болями непосредственно в руке, в ноге. Тоже целый ряд моментов, которые связаны непосредственно с тем, что, допустим, у вас была реакция, что вас укусила собака там за поясницу. То есть вы уже забыли об этой ситуации, но при каких-то вот там, проходя мимо какого-то забора определенного цвета, у вас возникает неприятное ощущение в пояснице. Это с вами всю жизнь. Вы об этом забыли, вы об этом не помните, но вот это вот у вас остается. И это потом, как бы, вот эти мысли, эти эмоции, сколько я уже сказал, они занимают огромное место в нашей жизни, они, грубо говоря, потом очень часто мешают нашей жизни быть, мешают нам быть счастливыми, скажем так. Поэтому тут такой вот немножко философский подход должен быть, но очень конкретный. Люди приходят со своими конкретными проблемами, которые действительно беспокоят, и я им предлагаю их решать. Но повторяю, я не даю им золотых таблеток и не там, пытаюсь с одного сеанса как бы вот открыть им какие-то новые горизонты. Я могу им подсказать, что надо сделать, что надо изменить для того, чтобы жизнь стала лучше. Но идти или не идти по этой дороге человек должен сам. Тогда он будет гораздо более ценить полученный результат, чем просто выигранный в лотерее билет. Можно стать богатым, но для этого надо поработать. А можно выиграть лотерейный билет. Такое тоже бывает. Что ты будешь ценить больше, что тебе больше понравится в жизни, я думаю, что твой собственный труд тебе будет гораздо более симпатичен, чем просто выигранный какой-то. Поэтому я вас всех призываю, дорогие телезрители, просто заглянуть себе вовнутрь, поверьте, там сидит очень часто маленький испуганный ребенок. Вот. Ему надо помочь оттуда выйти и наоборот, его как-то обнять, приголубить и сказать, что жизнь прекрасна и удивительна, все можно исправить. Причем в любом возрасте и на любом этапе. Недоступных тем нету, все можно решить, но, повторяюсь еще раз, не надо бояться своих собственных эмоций. Их надо просто пытаться изменить в лучшую сторону. И тогда все получится. Це була програма «Ваш консультант». До зустрічі на каналі Южненського телебачення.